Повсюду мусор, вечером собираются сомнительные компании, а по ночам раздаются крики. Жители 4 домов по улицам Труда, Пятницкой и Октябрьского проспекта обратились в Общероссийский народный фронт. Они просят что-то сделать с заброшенным домом на Труда 72Б. Когда-то в этом здании находился юридический колледж, а теперь помещение пустует. В бывших учебных аудиториях гуляет ветер и орудуют вандалы. По словам местных жителей, в заброшенном здании постоянно собираются нетрезвые компании, которые могут устроить пожар. К слову, изначально в этом здании располагался детский сад, и, по мнению людей, сейчас помещение нужно использовать по его прямому назначению. В региональном штабе ОНФ заявили, что направят обращение в администрацию города, чтобы установить собственника здания и закрыть туда доступ для посторонних.